Сейчас ситуация изменилась. Сейчас наступило постиндустриальное общество, и сейчас... Что такое постиндустриальное общество? Это индустрия создана, электростанции построены, дороги основные проложены, железные дороги функционируют. То есть огромный рабский труд сотен миллионов людей больше не нужен. Стали работать роботы, техника, экскаваторы, там, шпалоукладчики, лесопиловщики и так далее. И поэтому люди больше не нужны. Это постиндустриальное общество. В индустриальное общество нужны ГУЛАГи, общественная работа США, концлагеря Гитлера, коллективизации, для того, чтобы сотни миллионов людей делали фундамент. Сейчас это надстройка над фундаментом, это компьютеризация и робототехника. И поэтому люди больше не нужны. Это очень важно. Это все, я отвечаю на ваш вопрос. Вы просто нужно набраться терпения немного. И поэтому людей надо утилизировать. Задача стоит утилизации людей. У мирового правительства. Все в том же Лондоне. Потому что война, которая сейчас будет, она ядерная будет. Если будет развязана сильная война, выйдет из-под контроля, это и радиация, это достанется и тем, кто в элиты входит, и эта война не нужна. Нужна плановая утилизация людей. Эту задачу выполняют мегаполисы мира. Население мира сгоняют в мегаполисы. Мегаполисы, в мегаполисах людей травят, и они умирают, и их захоранивают. Это происходит системно. Травят людей химической пищей, ГМО, наркотиками, облучениями, противоестественным образом жизни. И появляются раки, диабеты, сердце отказывает работать, человек перестает функционировать и умирает. И это происходит массово. И в этом задача современного техногенного мегаполиса. Это такая, знаете, как раньше были газовые камеры для евреев, а это такая огромная газовая камера для всех. То есть такой мировой концлагерь с местами утилизации людей.